Рустам Нургалиевича награды были. Это только одна из наград, которую получил Альберт Бикмуллин за спасение детей. Неприметный с виду человек стал известен на всю страну зимой этого года. Проезжая мимо вот этого дома, он услышал крик детей, подумал пожар и сразу бросился на помощь. Это потом Альберт поймет, что нет никакого пожара, а дети кричат, потому что их родному отцу в пьяном угаре показалось, что горит квартира. Он кричал в окошко, что горит. Я говорю, у тебя ничего не горит. Все нормально, я говорю, успокойся. Альберт, как профессиональный атлет, взобрался на козырек магазина и успел поймать девочку, которую выбросили с пятого этажа. Второго ребенка он спас иначе. Второго ребенка он пытался мальчика тоже выкинуть. Я ему не кидаю, говорю, что ты делаешь, это же твой сын. Убери, говорю, ребенка, убери внутрь. И он как бы меня послушал и ушел. И вот там вот с окошка, девушка мне окошко открыла, говорит, он в коридоре стоит. Я выбежал туда, через ее комнату прошел, туда в коридор. Забрал второго ребенка, вот того мальчика, передал там еще вниз тоже. А потом еще несколько минут удерживал отца детей до приезда полиции. После этого Альберта прозвали народным героем. Он получил награды от МВД, Следственного комитета, РАИСа Республики. А преступника отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Сегодня, спустя 4 месяца, Альберт пришел в центр Батыр, чтобы подписать контракт и отправиться на специальную военную операцию. Приблизить нашу победу, чтобы какой-то вклад внести в нашу, в нашу общую победу. Розалии Галиудиновой, которая принимала документы у народного героя, Альберт показался знакомым, а когда увидела награды, сразу поняла, кто это. Потом уже в процессе беседы я задала наводящие вопросы, и так вот мы выяснили, что он наш герой. Конечно, мы очень рады, что такие люди приходят к нам, заключают контракты и защищают нас, нашу родину. Альберт по военной специальности водитель и на СВО тоже хотел бы им быть. Стаж более 20 лет управления автомобилями. И тут же в центре ему предложили пойти в элитные войска. Да, вот предложили идти в ВДВ. Хочу идти. Альберт Бикмуллин не просто герой, а еще и многодетный отец. Две девочки, три мальчика. На СВО у него уже служат двоюродные братья. Думал, идти или нет на фронт, говорит Альберт, с того самого момента, как спас детей. Дома отговаривали? Да, отговаривали. Не удалось, получается, отговорить? Или вы здесь никому не сказав пришли? Никому не сказав. Ох, сегодня, наверное, будет разговор очень серьезный, думаю. Да, будет. Последняя подпись под документами и контракт готов. Желаю вам удачи, вернуться живым и здоровым. Отправка ожидается на следующей неделе. Равиль Мукменов, новости Юго-Востока.